На весенне-зимний, судя по погоде, кубок Славутича по КВН собралось 10 команд. Из Кодовска, Чернигова, 5 команд из Киева, зарубежные гости из Беларуси и, конечно, славутическая команда 3D-формат. Перед началом игры нам удалось пообщаться с Артемом Домницким, участником Лиги смеха этого года. Что вы можете сказать вообще о славутическом КВН? Какое он место занимает в рейтинге, скажем, КВНов Украины, ну, во всех городах? В рейтинге душевности одно из первых мест в Украине, потому как славутическая публика всегда очень добрая и всегда очень приветливая. И лишнее подтверждение тому большое количество команд, которые приезжают каждый раз. Если на прошлом кубке было всего 6 коллективов, в этот раз доехало к нам целых 10. И будем надеяться, что это увеличение количества даст определенное качество. И, конечно, мы успели пообщаться с фаворитами весеннего кубка командой из Гомеля. Да, как вам город Славутич и как сегодня выступить? Нравится, хороший, уютный, компактный. Очень приветливый и очень теплый. Нравится здесь выступать, потому что публика, так сказать, не искушена подобными мероприятиями. Порадовали юбиляры вечером. Им на этой неделе самый молодой по возрасту команде исполнилось 10 лет. Черниговская команда «Стоп» смотрелась вполне конкурентно на фоне других взрослых команд. В магазине «Детский мир». Мама! Мама! Мам, я хочу эту игрушку! Это не игрушка, это дяде-продавцу после вчерашнего плохо. И в итоге они заняли 5-е место. Дуже бажаємо вам успіхів і запрошуємо в Славутич на Лігу сміху і подалі. Вам квіти, вам цукерки і вам грамоти за участь. Ваші оплески. Достаточно активно шагает по дороге к суперфиналу и команда 3D-формата из Славутича. Они омолодили состав и значительно сильнее стали выступать в разминке. А занятое 4-е место в общем зачете уже хорошая традиция, и зрителям хочется видеть их на 2-м или 3-м призовом месте. А в конце нашего выступления мы хотели бы исполнить песню специально для Борисова ВВ. Порадовала киевская студенческая команда «Добрейший вечерок» свежим и легким студенческим юмором. Батл отца с сыном. Смотри, как я умею. А ну-ка давай. Смотри. Давай. Без проблем. Ну шо? Такое. Стрисинов, как батя в молодости вейп делал. Старая школа. Синеглазка. Им удалось оттеснить наш 3D-формат со 2-го места, который они поделили с лидерами, постановщиками ярких фейерверков, бомбой, ракетой из Киева. Случай в самом темном переулке Славутича. И тут я его ножом пырнул. Ну, доктора, наверное, доктора. А победили в весенней игре иностранные гости, поставщики добротного и добрейшего белорусского КВНовского юмора. Кляки из Гомеля. Пусть такси. Прикинь, тут кто-то есть. Слышишь, на соточку иди где-нибудь погуляй. А слышь, на 2 я здесь посижу, посмотрю. Сегодня проиграли те, кто вот не занял те пустые места в зале. Подробнее о весеннем кубке Славутича по КВН смотрите в новостях Славутича в среду и субботу.